Доброе утро, уважаемые единоловцы! В эфире передачи «Местного телевидения». Сегодня среда, 25 августа. Вот и лето на исходе. Скоро во всех школах города и района прозвенит первый звонок, извещая начало учебного года. А сегодня начинает работу традиционное августовское совещание учителей школ города и района. Давайте пожелаем им плодотворной работы. На днях вместе с оператором и представителем городского отдела народного образования мы побывали в школах города и района. Вашему вниманию представляем наши видеосюжеты. Звонок. Как подготовились школы города и района к нему? Сегодня мы находимся в средней школе номер 1 и беседуем с его директором Кадим Гариповичем Фаизовым. Кадим Гарипович, несколько слов о ходе подготовки к новому учебному году. Подготовки к новому учебному году мы начали задолго до конца учебного года предыдущего. И у нас проблема номер один – вопросы эстетического оформления школ при подготовке к новому учебному году. Ибо этот вопрос во всех школах хромает, поэтому мы решили прямо в мае месяце приступили к оформлению, художественному оформлению этажей. Особенно, как вы видите, вот первый этаж поступили у нас при помощи умелых художников. Нам удалось, на наш взгляд, найти более удачное сочетание, удачное решение по оформлению вестибюля. И дальше. Второй этаж мы тоже также планируем полностью переоформить. И в классах, я вот сейчас вам покажу, особенно, на наш взгляд, удачно у нас получился 11 кабинет. Заново оформили кабинет номер 12, кабинет географии. Создали новый кабинет, лингофонный кабинет в 15 кабинет. И другие. Ну, наверное, мы сейчас посмотрим один из этих кабинетов. Вот давайте мы пройдем туда, покажу эти кабинеты. Затем... Вот этот один из кабинетов, о которых я вам говорил, кабинет русского языка. Этот кабинет мы оформили заново, полностью. Это будет у нас лингофонным кабинетом. Заведующим кабинетом является Серина Фаизовна Дьярова. Заместитель директора школы, заведующий учебно-воспитательной частью Земфиры Султановны Аминевой. Земфира Султановна, сколько классов комплектов остается в вашей школе и как подготовлены учителя к началу учебного года? В связи с открытием 4-й школы у нас остается в этом учебном году 26 классов. 13 классов перешли в 4-ю школу. В этом году будем мы заниматься в двух зданиях. Одно здание начальных классов находится в районе юбилейной, это юбилейная школа, и основное здание – это здание первой школы. Хотя 4-я школа открылась, но эти проблемы насыщенности у нас остаются. Все равно будем заниматься две смены, но тем не менее более облегченность у нас чувствуется.
все-таки большинство начальных классов будет заниматься первой смене. А к новому учебному году учителя готовятся. Многие учителя прошли курсы подготовки в Уфе, в Стерлитамаке, в Москве, в Тюртелях, в Омске. Это учителя начальных классов, учителя математики, русского языка, литературы, биологии и химии. К новому учебному году школа укомплектована педагогическими кадрами, все имеют соответствующее высшее образование. В этом учебном году вернулась у нас своя выпускница из Бирского пединститута, которая закончила факультет русского языка и литературы, Шагалиева Лисан Ильясовна. Она назначена организатором внеклассной работы в нашей школе. Учителя отдыхали хорошо летом. Все график отпусков для всех было составлено так, по желанию, учитывая всех желаний учителей. И также на сегодняшний день двое еще отдыхают в санаториях. Аккорды школы района. Сегодня вот мы видим учителей из других школ района, города. Какие секционные занятия проходят у вас? Да, наша школа является опорной школой. Нашу школу посещает из 12 школ. Это сельские школы. Сегодня проходят секционные занятия учителей методических объединений химии и биологии в 20-м кабинете, русский язык и литература, татарский язык и литература, марийский язык и литература, удмуртский язык и литература. Ну, наверное, мы сейчас посетим одно из этих секционных занятий. Пожалуйста, сейчас пройдем в кабинет, вас посмотрим. Сезне Шанкумурдан 1992-93 оқу жылы білен тәбірейден сізге таңғысыз ішігізді зұғынышылар құрыштай сәлемәділік сенге бақытты ген шарттықлар тілейм. Бүгінгі ұтырышта ұтырған сізнің күләшің байларығыз ел бойына жетер деп ойлайм. Біз бұлтыр татар тілі һәм әдәбиеті ұтырышларында бүгінгі күн тәләпләріне жауап берілік етіп ұқытыла тұрған бұларға тиісті шушы татар тілі һәм әдәбиеті мәселелерін қарап кеттік. Біз кайбір мәктәпләрде ашық дәрістерде мероприятияларда болдық һәм түгәрәк үстәл артында жанды сөйләшүләр алып бардық. Быйылғы оқу елында да біз сізнең белән татар тілі һәм әдәбиетін тағын да яхшырак итеп укыту, аңа кагылышты булган бүгүнкү көн талаптарына жооп булырлык маселелерине уңушлу хал итүү боюнча бик зор эш башкарып чыгабыз деп ойлойм. Бүгүнкү отурушта биздин шулай ук татар тили һәм әдәбияты укытучуларынан башка биздин районубузда гана түгел Башкортстан Республикасында тең танылган замандаш әдәби берләшмәсе җитәкчесе һәм аның членнары. Изучаем в 10 классе строение клетки. Но сначала, конечно, прежде чем начинать лабораторную работу, всегда немножко повторим. Это вступительное как бы начало для повторения, обзорное повторение каждого раздела уже клетки. Значит, строение клетки, с чего начинается? Ребятам задается проблемный вопрос, что клетки имеют очень важное значение для организма, для каждой живой клетки. И при этом мы с вами давайте посмотрим немножко строение клетки. Строение клетки основной часть занимает ядро. Вокруг ядра располагается цитоплазма. И, конечно, клетка покрывается плотной эмбриональной оболочкой. У вас школа небольшая. И постоянно вот была нехватка кабинетов, не было своего спортзала. Какие вот у вас трудности еще связанные с этим были? Да, школа у нас небольшая, приспособленная, нетиповая. Не хватает классных помещений, а количество детей растет, микрорайон растет. Поэтому у нас проблема номер один, это был вопрос строительства своего спортзала. И вот это дело было поручено, значит, руководству РСУ, ремонтно-строительного участка нашего Янаульского. И вот в настоящее время они ведут это строительство. Строительство идет к концу. Вот как вы видите, здесь, значит, работает малярная группа, электрики работают. Одновременно идет благоустройство
территории будущего спортзала. Спортзал обещает быть хорошим, удобным. Это будет большая радость для наших детей, для занятий физкультурой. А вот благоустроенная территория позволит нам провести уроки физкультуры на открытом воздухе. Не только уроки физкультуры, скажем, занятия групп продленного дня. И в целом ребята получат хорошую игровую детскую площадку. А по вопросу завершения строительства, нам бы очень хотелось получить этот объект, этот пристрой прямо к началу учебного года. Помимо спортзала, здесь у нас будут два класса, классных помещений, хороший, удобный тир, подвальные помещения и ряд других подсобных помещений. Мы готовимся вот к 75-летию школы, к юбилею. Когда она состоится? Юбилей школы мы намечаем провести 10 сентября, прямо в начале учебного года. Этот юбилей мы проводим по инициативе выпускников 43-го года, ибо у них 50-летие выпуска. Этот выпуск был связан с суровыми военными годами, поэтому вот нам хотелось встретить наших выпускников старшего поколения более в таком вот удобном. Ждут и не дождутся учащиеся и учителя средней школы номер 1, когда откроются двери нового спортивного зала. Хотя я обещаю строителям хозрасчетно-ремонтного строительного управления, что работы завершат к началу учебного года, работа остается непочатый край. И все-таки мы надеемся, что предельно короткие сроки они завершат и сдадут этот объект. Мәсәғүт ауылын урап узатырған Гәрәй ылғасы бойында орнашқан. Аның майданы 1,5 гектар тәшкел итә. Биология дәрістерін үткәру үшін керекілі болған барлық отделларыны саздағы айттік. 1987 жылда біздің бұл бақшаға негіз салынды. Һәм мен ашушы тәжірибе участогында біздің 12 отдел бар. Мен бұл участогта әлі балалар іші беталар. Мұнсы біздің жиләк жимеш участогы деп атала. Анда 100-ге яқын тіп қораға. Ура жиляк, коржовник, куаклары үсе, Виктория. Быйыл умышлар әйбет болды ма? Быйыл умышлар бик әйбет болды. Үш ситнердан артығырақ халыққа, населенияға саттық жиляк жемішлеріне. Мәктеп яны столовоясы үшін, интернет балалары үшін, мәктеп балалары үшін бик көп варенье хазірленді. Әлігі вақытта да қорағаттан хазірлеу дәуам етә. Яшылсәләріні тұзлау дәуам етә. Салатлар хазірлейлер, поварлар бұл іште зор болышылық көрсетәләр. Мінамынсы біздің тәжірибе участогы. Мында кишер білен түрлі тәжірибелер ясыйлар балалар. Кишерні сиреклеуінің ұңғышқа тәсірі, түрлі ұшламаларының тәсірі тұрында алар тәжірибелер алып баралар. Міне бұл түтелерің бошларындағы шешеклер матурлығы үшін ғана отыртылмаған. Алар бір түтеліні екіншісінен ұшықлау үшінде, бүжеклер білен күрешу үшінде, түрлі соңғы бақыттағы біздің экологик факторлар болған яңғырлардан сақтау үшінде зор рөл ойнайлар. Балалар яратып келер ме? Балалар бик тілеп ішілер. Міне бүгін әлі күннің яңғырлы болуына қарамастан, ең кішкене класс оқушылары, башлангыч класс оқушылары ертеңгі сағат 7-ге уже барысында жиылып біткенлер еді. Міне бұл участоктан біз жыл сайын зор оңыш алабыз. Мұнда кешірінің 7 түрлі сорты өстіріле. Міне биыл да біз бик жақсы оңыш кетеміз бұл участоктан. Өзі біз ұрлықлатамыз, өзі біздің ұрлықларын халыққа да сатамыз, жәрмеңкелерде қатнашамыз. Міне бұл ұрлықлар балаларының өздері өстірген ұрлықларынан өскен оңыш. Міне бұл жақта біздің бастауыш класс оқушыларының отделлары, олар кішкене ғана болуға қарамастан 7-8 түрлі жиләк жеміш ағасы, түрлі яшылшалар һәм шешәкләр өстірәләр. Міне мында олда көруігізше біздің мында юнатларының яратып яғы ите тұрған орынын көресіз. Гүмбес астында алар бик матур иттеріп әңгемелер, үткерелер, түрлі жырлар жырлап балалар, бүңгіл ошалар. Һәм
кишкене обед ясап алалар. Мына мысы безнең яшел класс дип атала. Анда без төрле урлыкларны саклыйбыз. Балалар дежурство вакытында шунда ашап ишеп тә алалар. Суганнар җыгасыз икән. Суганнар җыйдык, букәлләп куябыз. Үзе безнең урлыклар икенче елга да җитәрлек. Столовая да җитәрлек. Монда әле менә эш дәвам итә. Бүген дә менә иртән балалар суганнар бүкәнләп кайтып киттеләр. Помидорларны пешерәбез, шулардан салатлар ясыйлар. Эш кораллары да саклыйбыз монда. Менә бу якта, уң якта төрле семьялыкларны өйрәнү өчен биология дәресләрен беренче 10-нчы классларда гомуми биология дәресләрен үткәрү өчен Дарвин майданчыгы дип атала. Нәселдәнлек, үзгәрүчәнлек, яшәү өчен көрәш факторларын өйрәнү дәресләрен, практикумнарны яз, көз айларында шушында үткәрәбез без. Җәй көне матур булсын өчен, аннан балаларга кышкылыкка азык булсын өчен төрле патиссоннар, кабашки, кабаклар үстерәбез. Гел мул уңыш алына алардан да. Менә безнең участокка керә торган ике катлы мәктәп яны интернаты. Монда безнең балалар 70-тән артык бала яши, өске катта кызлар, аска катта егетләр яшиләр. Менә алар үз куллары белән яз көне, кошлар көнен үткәргән вакытта умырталар әзерләп иләләр. Алар матурлык өчен генә түгел, кошларны саклау өчен генә түгел, алар безнең бакчаны төрле бөҗәкләрдән саклыйлар. Менә бу безнең балаларның хезмәткә өйрәнеп үсүендә хезмәт укытучысы Фәрит Габдулхаев, Габдулхаевичның, Рифат Шарифуллиновичларның рольләре зур. Безнең мастерскайда төрле-төрле менә шундый население өчендә күрәкләр, сәнәкләр, төрле тормалар эшләп саталар. Менә быел да бик күп кенә суммага алар шундый хезмәт хакы керттеләр. Дилепа, шушы матур чәчәкләр үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашып узмасыз микән? Рәхмәт. Безнең бу светник иң зур светникларның берсе санала район күләмендә. Менә шушы 5 яшьлек участокта без 64 төрле гөл үстерәбез. Менә әле безнең кайбер мәктәпләрдә булмаган, сирәк очрый торган роза куаклары, тюльпан, нарцисс, пион үсемлекләрен үстерәбез. Бу үсемлекләрне безгә үзебезнең юнатлар түгәрәгендә хезмәт итеп алган орлыкларны саткан акчага, ярминкәләрдә саткан акчага шушы үсемлекләрне төрле шәһәрләрдән үзебезнең элек укып чыккан балаларыбыз бүләк итәләр, үзебез дә сатып алабыз. Базарларда хәзер соңгы вакытта үзебез сата башладык. Менә быел безнең тюльпанның 1000-нән артык төрле суганчасы, нәркәсенең бик күп кенә суганчалары уша өлгерде. 64 төрле чәчәк арасында күп еллыклары бар. Күп еллык гөлләрдән безнең флотыслар иң дан тота инде. Аларның 7 төсле, 7 төрле сортын үстерәбез. Соңгы вакытта үзебез дә шушы яңа сортларны чыгару өстендә эшли башладык. 10-11 класс укучылары растениеводство дәресләрендә чәчәкләр үстерергә өйрәнәләр. Аларны ялгап, мендер законнарына таянып, яңа гибрид сортлар чыгаралар. Менә безнең әле сезнең күз алдыгызда торган менә шушы малиновый төстәге флокусны чыгаруда үзебезнең балалар да скрещивая итүдә катнаштылар. Менә үзебезнең сорт дип атарга да мөмкин инде бу чәчәкләрне. Дилеп, ашу шундый искиткеч, менә чәчкәләр үстергән шундый матурлар ала сокланып тоярлык түгел. Әзрәк менә үзегез белән дә таныштырып узасыз, узмасыз микән? Үзегез гаиләгез белән балаларыгыз да менә белеүбезчә биология факультетына укырга кергәннәр. 1965 елда мин бюро педагогия институтына барып укырга кердем. Химия, биология факультеты иде. Укыган вакытта ук биология фәнен яраттым. Табигатьне, аның матурлыгына сокланып безгә бик күп кенә преподавательләр шушы мәхәббәтне тәрбияләделәр. 1970 елда Мәсәгут урта мәктәбенә приказ алып эшкә килдем. Һәм менә шуннан башлап инде Мәсәгут мәктәбендә биология һәм химия фәннәрен укытам. Бик күп кенә балаларым үземнең юлымнан китте. Хәзерге вакытта минем химия, биология факультетын тәмамлаган 13 укучым эшлиләр. Хәзер алар минем коллегалар булды. Үземнең улым Нуриев Илшат 4-нче курска бара бюро педагогия институтының. Быел кызым Айгүл дә шушы факультетның 1-нче курсына укырга керде. Менә шушы бакчаларны матур иттереп эшләүдә тормыш иптәшем Рифат Нуриев һәм шушы балаларым зур ярдәм итә. Безнең мәктәп коллективы барлык укытучылар,
дирекция, администрация, шоше ишке зур тилек белән катнашалар. Без бик тиз генә вакыт эчендә өмәләр үткәреп алабыз. Уңышны җыйган вакытта, рассадаларны күчереп утырткан вакытта, корылык вакытларда су белән бик нык авырлыклар килеп чыга. Шул вакытта без бөтен техникалар, укытучылар белән берлеккә чыгып, үсентеләрне коткарып калабыз. Менә быелгы елда да безнең шушындый зур уңышка ирешүебездә барлык укытучылар коллективының, укучыларның, юнатлар түгәрәге членнары, бигрәк тә юнатлардан безнең инде 8-нче класс укучылары Якупова Гөлчәчәк, Калимуллина Рәсилә, Калимуллина Гөлнур, 9-нче класс укучысы Шурмаева Лилияләр. Алар язның 1-нче көненнән башлап шушы бакчада дежур итәләр. Парникларны ашып ябалар, җил давыл килгән вакытта да алар көндез димиләр, төнлә димиләр, шушы үсентеләрне саклап калу өчен даже әти-әниләре белән менә шушы эштә актив катнашалар. Һәм безнең шушы үстергән үсемлекләрнең бөтен матурлыгын тирә-як халыклары, безнең тирә-як мәктәпләр, менә яз көнендә безнең ярминкәләр үткәрелә, метод кабинет үткәрә Леонид Иванович җитәкчелегендә. Үзе безнең орлыклар белән, үсентеләр белән алмашабыз. Биология нәйсә семинарларында да без үзе безнең тәҗрибәләр белән уртаклашып, менә элекке елны бөтен биологлар килде безнең бакчага. Менә минем үземдә нинди артык, менә шундый аларга ярдәм итәрдәй үсентеләрем бар, аларга ярдәм итәм. Алар үз чиратларында ярдәм итәләр. Бигрәк тә яңа мәктәп салган мәктәпләргә без шундый үзебезнең өлешне кертергә тырышабыз. Менә быйлар безнең районда бик матур яңа состояние его улиц и домов. Еще в прошлом году отделом городского хозяйства местной администрации был объявлен конкурс за звание улица Образцова бытовой культуры и дом Образцова бытовой культуры. В прошлом году звание улица Образцова бытовой культуры не присвоено, так как не было выполнено условие конкурса. Это говорит о том, что среди 92 улиц нашего города не нашли достойных. А звание дом Образцова бытовой культуры присвоено 50 домам. А как обстоят дела в этом году? Сегодня мы беседуем со специалистом городского хозяйства местной администрации Ириной Хатиповной Нурисламовой. Объявленный в прошлом году конкурс мы решили продолжать и нынче. Уже образована комиссия. С комиссии выехали на улицы города и обнаружили, что продвижение вперед немножко есть. Больше стало появляться хорошие, добротные, ухоженные дома. Однако, наряду с этими, очень много еще у нас таких нерадивых хозяев, которые своим отношением к своим домам, к своим дворам портят вид нашего города. Их большинство. Конечно же, мы разрешаем в порядке исключения временно складывать материалы, стройки идет, дрова пилят, колят. Это временно мы разрешаем, но у некоторых улицах, у некоторых домов годами лежат вот эти дрова старые. Обычно у нас в городе так принято неприятные обстоятельства, выливают мусор на улицу, складывают, сушат дрова на улице, и годами разбросанные лежат стройматериалы. А сейчас, наверное, мы вместе с Ириной Хатиповной и вместе с вами, три зрителей, пройдемся по улице. Супругов уснули по улице Кудайбекова. Ранее в прошлом году мы стали победителями конкурса за звание образцового быта и культуры. А как обстоят дела в этом году? Как вы видите, они и в этом году являются образцом хорошего дома по улице Худайбердина. А сейчас мы с вами находимся в образцовом доме по улице Кирова, 37. Здесь живут супруги и пенсионеры Шаяхметовой. Исәнмесез, Мәүлидә апа, исәнмесез, исәнмесез, Насыр абый. Нишләрегез?
Айбат кен әлі бака. Айбат кен әлі. Кешік шушыны моторлық тұталас, әйді кетегіз әбізді. Ну, моторлық өзі біздің үшін енді. Елдан баша бұл, қораға тұру келе енді. Бақшаны да, шағаны да, үйіне да, қазайсаны. Ол өзі біздің үшін, қыздар ойы үшін пайдалы. Тышқа шыға бұтырсам да, свежей ғоғыздық. Көңілді көтәрін кедір бетмеш? Көңілді көтәріліп кетем, үйттәшілер көріп ұтыра, сөйләшіп ұтырабыз, көтәрін көңіл білем. Яшесіні біргелі. Әміне, сіздің ұрамда шушындай өрнәкілі үйірділер білем бірдәттен, бік емсіз көрініші үйірділерді бар, алар тұрна нәрсей тәләсіз. Не үшін алар мұнда шылай яшейлер мекер? Мәне, қой бірлер үлден, өзімнің да сөйләшкен бар, ұтарында бар, ұтырсылар. Ярай бізге, бұлай да ярай дейлер алар. Аларны кешіра қышығаларында ұтын, жатса ұтын да алып қоймай, ұны атла бері, ұлып порядық навай дейтсіле, үйтәсілері келмейді. Білмейім сәбәбі не шәкейді, қазір уақытта әлі тұрмыш айбат келе, ешәрге бұла прекрасны. Оларға, қолмайым, сазан езіға жетмәгендер алар, культурны ешәрге. Шуады білесіздейін. Мансур абы, мүлді бә сізге зор оңышылар, рахмет, тозалық сізге. Вы видели, их не так уж много. А теперь переходим не к самым приятным сюжетам нашей передачи. Вот теперь мы находимся на улице Кирова, и вот видите, тут какой бурьян растет. Своим отношением к городу, к себе, вот такой неприятный вид создают для всей улицы, для всего города. Вот убрать вот эти сорные травы, разве нужно расходовать какие-то средства? Хотя люди жалуются, что жизнь тяжелая, денег нет. Ну, мне кажется, это только причина. Ведь на дворе цветы расти, сорную траву убрать. Не нужно много средств. Только одно желание надо и добросовестные отношения надо. Улица – это государственное место, а не личные, подкрепленные хозяйством. Так, наши улицы решением местной администрации закреплены за предприятием, организациями за содержание, чистоту и порядок, за асфальтирование. Вот мы находимся, мы начали асфальтировать данную улицу. Улица будет приведена в порядок, только нужно общими усилиями. Жильцы улицы должны поддержать порядок и чистоту. А это улица Труда, где мы видим, к сожалению, такую же картину. Везде разбросаны доски, дрова, железки всякие, стройматериалы. Спилили дрова, будьте добры, уберите во двор. Такая картина характерна многим улицам города. Ирина Хатиповна, все-таки, наверное, можно какие-то меры принять таким хозяевам? Вот, значит, есть указ, согласно которому мы таких нерадивых хозяев будем штрафовать. Если мы победители конкурса будем поощрять в газете, то таких хозяев мы тоже будем опубликовать в газете, и будет составлена акта для передачи атомкомиссию для наложения штрафных санкций. Штрафные санкции, конечно, большие, до трехкратного минимального заработной платы от штрафа. Обязательно это, наверное, придется применить. Я не понимаю, сколько раз уже мы предупреждаем их. Комиссия, опять комиссия работала ночью с весной. Всех предупреждали по несколько раз, но люди не понимают. Ну, наверное, и наши выезды вот такие с камерой у нас будут чаще, и мы увидим, как все-таки будут обстоять дела в дальнейшем.
самая дальняя улица города, улица Комсомольская. А теперь послушайте музыкальные поздравления. Марию Ефимовну Чикурову поздравляю с днем рождения, ее дети Валентина, Анатолий, внучка Галиночка. Живи себе и всем на радость, и не считай свои года. Здоровой, доброй и счастливой желаем быть тебе всегда. Для вас поет ансамбль «Уралочка».